Снимки счастливых Ани Лорак и Мурата Нуджиоглу наделали шума в сети. Как сообщает Politeka.net, фотографии со свадьбы артистки всплыли на одной из фан-страниц в Instagram. Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Нуджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго, 9 лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе. Однако недавно Каролина и Мурат вместе пришли к Филиппу Киркорову на именины его дочери, Аллы Виктории. Бывшие супруги танцевали и обнимались под песню «Я люблю тебя до слез». После этого соцсети буквально взорвались заявлениями о воссоединении Лорак с экс-мужем. Ани Лорак вернулась к бывшему мужу. Написали на одной из фан-страниц, опубликовав архивные фото со свадьбы Каролины. Настоящее имя певицы – с Муратом. Личную жизнь артистки активно комментируют в сети. Он без нее, а вот и прибежал, поджав хвост. А Лорак наивная. Возможно, они в приятельских отношениях, так бывает. Когда уже забыты обиды. К тому же их объединяет ребенок. Еще будет изменять, раз научился. Это хорошо, но истина такова, предавший раз, предаст не единожды. Пишут в комментариях.